Ну что, привет, мои ароматные дырочки, с вами снова я, Кирилл, добро пожаловать на мое видео. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, все делайте, а мы сегодня будем вскрывать посылку от подписчицы. Подписчица — это моя Грассиха, также я ее прекрасно знаю по комментариям, это тоже не первая ее посылочка. Такой вот кэроб, давайте его скорее вскрывать. Она мне написала, что там написано, где вскрывать, но что-то я не увидел. Вот знаете, все подписчицы пишут мне, где вскрывать, а я не вижу. Может, там, конечно, вторая коробка будет, коробка в коробке. Фиг знает, ну сейчас посмотрим, короче. И главное еще не убиться, а то я могу. Могу немножечко убиться, когда открываю посылочку. Давайте смотреть, что там. Там бумага. Грассиха, спасибо большое за бумагу. Такой прекрасный аромат. Такой прекрасный запах. Я так хотел себе крафтовые бумаги. Грассиха, спасибо. Но это не все. Ой. Такой. Тут, смотрите, беременная коробка. Бумага как воды, а там внутри вторая коробка, смотрите. А, ну тут и написано, наверное, да? Давайте уже вскрывать. Ой, она тяжелая. Ой, для качков. Ой. Девочки, это коробка для качков. Так, ну где тут ищем? Где тут? Open. Смотрите, open. Open написано. Так, а где вскрывать, я все равно... А, по-моему, с этой стороны. Видите? Open. Булькает. Так, давайте, берем ножичек. Ой, девки, если я убьюсь, сами виноваты. Так. Ой. Так. Давайте вскрывать. Ой, тут еще нужно взрезать. О, боже. На заставку. Боже, ну что, давайте смотреть, что здесь. В карабуске. Давайте вот так вот, наверное, поставлю ее. Так. Ой, это что такое? Влажные салфетки без спирта. Смотрите, какие маленькие. Для интимной гигиены. Боже, котик такой дурацкий. Влажные салфеточки, малюсенькие. Кстати, в сумочке очень удобно, наверное, носить. Так, Рафаэлла. Какая там реклама была? Рафаэлла. Хорошие, кстати, кокосовые конфеты, кайфовые. Спасибо, Грассиха. Что тут еще? О, девочки-алкашка. Боже, белуга. Берри Биттер. Нобели. Что-то я ничего не... Белуга, это, по-моему, водка. Ликер десертный, поняли? Белуга, Хантинг Джеверли. Ой, Хантинг Берри. Джеверли. Такой вот ликер десертный. Это, по-моему, что-то типа биттера, да? Битнера. Короче, такая вот белуга. Будем бухать. Я вам все о ней расскажу. Все, что знаю. Спасибо. А, вы меня спаиваете. Так, Урьяш. Урьяш-Мурьяш. Бериедерм. Крем Майнс. Изоляте. Репарапатрис. Инсультинг. Репайер. А, инсулантинг. Хэндкрем. Это, короче, для рук, девочки. Для рук крем от инсульта. Ну вот, тут написано инсулантинг. Инсулатин. Короче, после инсульта крем для рук. Спасибо, Грассиха. У меня как раз все кончается. Ой, ну все, девки, сейчас вы кончите у меня. Угадайте, что это? Это винтажная Dolce Vita. Felicita. Парабарадатуи, барататуи, Felicita. Dolce Vita. Короче, поняли, видите?
Это что, сотка, что ли? По-моему, да, 100 миллилитров. Боже, прям, знаете, прям шампанское. Аромат шампанского. Ой, балдеж. Аромат шампанского брюта. Смотрите, как красиво. Дольче Вита. Диор. Аромат шампанского брют. Вот прям супер. Блин, ждите, видос, короче, будет про него это. Будет про него и ревьюшечка. Ждите в видосике новые ароматы. Дольче Виту мою. Дальше. О, секретный свиток. Давайте смотреть, что там. Это берестяная грамота, что ли? Дорогой Кирилл, спасибо за твое творчество, красоту и свет. С любовью, ваша Маришка. Спасибо, Грасиха. Она как будто прям, знаете, берестяная грамота, но это вроде бумага. Мне еще Грасиха такую шкатулочку дарила просто, но я голая, сейчас не могу встать. Шикос. Спасибо, Грасиха, огромное. Спасибо. Так, тут у нас кухня. Ой. Так, это что у нас такое? Что это такое? Ой, это, по-моему, ой. Это перчатки, девочки. Это перчатули, по-моему. Так. У меня там это орёт окно. У нас 18 градусов, короче. Ой, девки, это что, рили перчатки? Да. Это перчатки для эротических полюций. Ой. Это колготки на руки. Боже, ну просто эротик. Эротик. Кончи в ротик. Шикос. И вторая тоже. И вторая такая же. Так, вторую одевать не буду. У меня тут пока браслетик. Ой. Тюльпашка еще такая. Вот с Грасихой. Спасибо. И тут еще что-то лежит. Шелковое. Давайте смотреть, что это такое. О, девки, это шелковая рубашка. Боже, какая она классная. Слушайте, она ночная, но я ее буду просто носить. Она ночная, но я ее буду просто носить. Такой материал непонятно, он шелковый или какой? По-моему, я в нее влезу, конечно. О, вот здесь написано, какой материал. Так. Укачи. Симиляр. А где написано-то? Франция. Леридут. Бланшмай. Короче, не поняла. Ну, смотрите, это в таком... Ну, вы поняли, у меня шикарное познание в английском языке. Вот такая вот какая-то ночная рубашка. Я ее просто буду носить, она прекрасна. Мне нравится. С белыми отводками. Вы же Грасиха мне еще халатик, кстати, дарила. Балдежный. Вы видели. Это халатик, который бордовый. Королевского цвета. Такое. Подарочки детишкам. Подарочки детишкам. Спасибо. Дети уже тут это в ахере бьются. Такое. А это что такое? Там, что это такое? Что-то джинсовое, девки. Какая-то куртейка, смотрите. Какая-то куртейка. По-моему, я в нее не влезу. Она ультракороткая. А может быть, блин, ну смотри, мне кажется, я в нее не влезу. Или влезу. Давайте, короче, проводить тесты. Ой.
Где тут этот-то? Слушайте, девки, влезла. Модняшка. Боже, она, по-моему, даже на мне... Да, девки, она тянется, поэтому застегнется. Для так... О, сюда еще, если сиськи вставить, будет вообще... Нет, девки, она не застегнется. Не, ну вроде вот так вот норм. Ну такая, знаете, байкерша, смотрите. Леди байк. Леди байк. И вторую перчатку надеть такую. Озорная байкерша. Снимем в ней видосик, посмотрите, как она балдежно смотрится. Грасиха, спасибо огромное за вклад в мой канал с дольчевитами, алкашками. Алкашка тоже вклад. Типа, знаете, в отличном настроении. Грасиха, спасибо огромное. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Люблю, целую. Пока-пока.